Сегодня на Чебоксарском льду новое поколение стартовало республиканское первенство по фигурному катанию. Насколько юные таланты грациозно держатся на коньках, узнала наша съемочная группа. Прошло больше года с момента фееричного выступления российских фигуристов на Олимпиаде в Сочи, а их победные номера каждый из участников помнит до сих пор и стремится в будущем достичь не меньших результатов. Начало уже положено, остальное все в руках хрупких фигуристок и их наставников. У меня висит дома бронзовая медаль. За третье место, да? Да. Медаль за 11 место. За третье место с конца, как у нас говорит Даша, да? Да. Но они близнецы, мы не можем отстать. У одной получается чуть лучше, вторая чуть отстает. Но мы все равно мужественно занимаемся все вместе и очень стараемся. Очень хотим, чтобы у нас были хорошие результаты. Да. И приложим все усилия, да? Региональной федерации по фигурному катанию всего 4 года, но результаты уже есть. Развитие идет постепенно. Не скажу, что мы форсируем какие-то события. Федерация молодая, вид спорта тоже молодой. Это ему 4 года только. Мы идем потихоньку, но идем плодотворно. Наши дети участвуют в соревнованиях по первенству России, Приволжскому федеральному округу. Занимает, скажем, не лидирующее, не первое место, но мы стараемся в середине зацепиться, и пока нас вполне это устраивает. Первенство Чувашии проводится ежегодно и каждый раз расширяется география участников. В этом году помимо регионов соседей представлены команды из Москвы, Ленинградской области, Ярославля, Владимира и даже Сургута. Всего в соревнованиях примут участие около 200 фигуристов и каждый выходит на лед за победой, а вместе с теми продемонстрировать красоту их спорта. Это красивый спорт, там вот элегантные красивые платья. Потому что там не каждый сможет прыгать тройные прыжки или вращаться, и это очень интересно. Ну, во-первых, вот он для здоровья очень идет. Ну и чтобы не болеть часто. Соревнования по фигурному катанию продлятся до 14 мая, поэтому есть еще время увидеть выступления участников вживую. Екатерина Абрамова, Андрей Шоклев, Республика.